Для нас этот год был таким важным, ответственным, в то же время очень интересным, потому что произошло много изменений в нашей федерации за этот год. В первую очередь мы поменяли подход вообще к проведению соревнований, подняли для себя планку проведения соревнований. Мы понимаем, какие требования необходимы для того, чтобы наши соревнования, мероприятия выглядели достойно, и зритель мог любоваться, ему нравилось смотреть вновь и вновь наши соревнования по прыжкам в воду. Мы возобновили турниры, о которых мы уже, можно сказать, забыли. В этом году мы возобновили Кубок Кремля, который прошел в Москве на территории отремонтированного открытого бассейна МОЦ ВС. Это был настоящий праздник. Мы сделали это соревнование в формате шоу. Мы показали всю красоту нашего вида спорта жителям Москвы. Еще очень важный старт по инициативе Министерства спорта Российской Федерации. Были учреждены такие соревнования, как «Игры дружбы». Это соревнования для водных видов спорта. Туда вошли синхронное плавание, прыжки в воду и плавание. Это трехэтапное соревнование, где могут участвовать и профессиональные спортсмены, юниоры, дети. Конечно, для наших спортсменов это очень важный старт – это соревновательная практика. Мы были приятно удивлены результатами, которые нам показали наши именитые спортсмены в этом году. Очень жаль, что мы не смогли эти результаты показать, и их никто не смог увидеть на чемпионате мира. Я уверен, что мы бы заняли хорошие призовые места. Бондарь, Кузнецов, Кананыхина, Шлейхер – это основной костяк нашей сборной. Были, конечно, у нас и ситуации, когда наши ребята получали травмы. Но, несмотря на это, ребята показали очень хорошие результаты. Все видели эти замечательные, красивые прыжки. Их мастерство – это искусство. В следующем году у нас такая знаменательная дата. Прыжкам в воду отечественным исполняется 100 лет. И такой праздник, это праздник нашей федерации, мы хотим, чтобы это был праздник всей страны, чтобы люди увидели достижения, еще раз обратили на нас внимание. К столетию у нас мы готовим много уникальных, интересных событий. Мы хотим все больше и больше затянуть людей и привлечь внимание к нашему виду спорта. Я уверен, что всеобщими усилиями у нас все будет хорошо.